Друзья, всем привет! Снова я с этим инструментом. Сегодня речь пойдет о том, как его усилить. А усилить его можно вот таким способом. Смотрите, вот такой вот усиленный аккумулятор. 6 ампер-часов, 12-вольтовый. Как раз вот к этой линейке. Я как-то уже показывал, мало кто обратил внимание на то видео. Продается он вот в такой коробочке. Малазийская сборка. Фирменно все приходит. Достаточно недешевая штучка. Очень эффективная. Вставляется вот сюда в стандартный разъем. Вот таким образом. Раз и защелкивается. Шуруповерт преображается вот в такое вот устройство. Достаточно тяжелее становится. Но дает шустрости, бодрости и мощности вот этому стандартным параметрам этого инструмента. У него 30 ньютон-метров. Ну, с таким вот аккумулятором примерно процента на 3, на 4 усилит он вот этот шуруповерт. Это вот как есть следующая линейка бесщеточная, у него 35 ньютон-метров стандарт, а здесь 30. И вот с помощью этого аккумулятора вот этот вот инструмент становится бодрее. Вот этот аккумулятор, он меняет развесовку, естественно, у инструмента. Его можно ставить, теперь он может вот так вот лежать, он может вот так вот стоять. Но и развесовка, она теперь другая, то есть он может клюнуть, он может упасть. Так как он тяжелее, не очень-то так устойчивый, он стоит, конечно же, да, но если он упадет, есть вероятность, что может разбиться корпус вот этого аккумуляторного блока, потому что он не прорезиненный абсолютно. Также могут отколоться вот эти вот клипсы, но это редкий случай, у меня не откалывались. У коллеги я видел, у него упал с высоты, с большущей, вот этот шуруповерт, вот в таком состоянии, с таким блоком. Откололась вот одна эта штучка и побился корпус. Здесь, видимо, производитель когда-то хотел предусмотреть прорезиненность. Ее здесь нету. Это родной аккумулятор, оригинальный. Есть такие же неоригинальные аккумуляторы, гораздо дешевле, с разными параметрами, там и на 3 ампер-часа, и на 5, и на 4. Говорят, что их хвалят аналоги. Они существенно дешевле, но также есть и нарекания. В чем суть проблемы? Есть потребители, которые неоригинальное приобрели, и у них же есть и оригинальное. Так у них к оригинальному нет никаких нареканий и претензий в плане срабатывания. Вот видите, он четко. Аналог иногда при нажатии кнопки подтупливает, то есть надо как бы разгонять, то есть нажимает, и он не срабатывает, понимаете? И надо несколько раз жмакнуть курок, чтобы запустился шуруповерт. А здесь вообще как бы даже доли секунд нет, он сразу реагирует на вот этот вот аккумулятор. Этот аккумулятор действительно усиливает вот этот инструмент, он также усиливает и вот такой инструмент, я показывал в прошлом видео, вообще вот про этот инструмент зайдите, посмотрите, кому интересно. Этот инструмент, он тоже выручает вот этот, когда он не справляется с обычным аккумулятором. Бывает так, что вот с этим аккумулятором, вот с этим, вот в этом меньше, еще меньше необходимость вот в таком гайковерте. Вот этот аккумулятор, он, естественно, он подходит и на гайковерт, то есть и гайковерт сам по себе тоже усиливается и тяжелее становится, но удобство есть вот, вот так вот его ставить. В этой линейке есть и другие инструменты 12-вольтовой серии, и, естественно, вот есть такой инструмент, есть разные другие инструменты, есть даже вот фонарь вот такой вот, куда подойдет вот этот вот аккумулятор. Вот так вот клипсами, опять же, все это фиксируется здесь. Кому-то не нравится, кто-то любит слайдерные вот эти аккумуляторы. Ну, здесь вот такая линейка, поэтому вот такие бочоночные они получаются. Вот он вставляется вот так же вот сюда. Достаточно тоже усиливает вот эти вот инструменты. Этот инструмент я тоже показывал, он очень выручает. Посмотрите в других видео на канале, кому интересно. Я не нахваливаю вот эту марку, это просто у меня такой инструмент накопился и собрался. Так, кстати, вот давай фонарик. Смотрите, как если ставить фонарь, вот так получается. Вот такой фонарик. Тоже можно ставить в итоге, вот так вот. Ну, светит вверх. Вот так можно ставить, вот так ложить можно. Так вот можно. Сейчас день, особо яркость тут мы не увидим, но ярко светит. Надежная вещь тоже, хорошая, выручает во всем. И вот так вот отстегивается. Заряжается вот этот аккумулятор, аккумуляторный блок стандартного зарядного устройства. Вот так вот вставляется. Когда моргает, идет заряд, останавливается, светит постоянным, это зарядился. Если красненькое светит, это значит или ошибка, вот тут написано, или перегрет аккумулятор, нужно, чтобы он остыл. Выглядит это все вот так вот.
В этом устройстве, кстати, есть обдув, там кулер стоит, он срабатывает и остужается. Как вы понимаете, это достаточно такой надежный инструмент. Есть другие инструменты и покруче, конечно же. Если рассматривать другие варианты, там либо сразу мощные все параметры, либо если вот... Ну, это компакт-форм-фактор, опять же, всем напоминаю, это не сравнивайте с 18-вольтовой линейкой, там, с 20-вольтовой. Мы используем вот этот инструмент на сборках всяких конструкций, там, выставочные стенды, мебельные конструкции, магазинные оборудования. И нам вот этого вполне хватает. Также сценическое оборудование, декорации разные, светотехника на выставках. Вы ходите по выставкам, это вот мы все собираем, и нам хватает вот такого вот вполне компактного формата. Также и у электриков это встречается, у мебельщиков у многих, там я тоже мебельщик по совместительству. Вот бывает, что нужен вот такой вот аккумулятор, который выручает и усиливает вот этот шуруповерт. Я уже говорил, что следующая модель после этого идет бесщеточная, она... По стандарту уже сразу 35 ньютон-метров, а этот 30 ньютон-метров. И вот ему вот этот вот аккумулятор добавляет немножко шустрости. Где-то 33, может быть и 35. Ну, то есть он начинает закручивать гораздо крупнее крепеж, если попадается. А он попадается достаточно редко. Ну, зато вот этот вот менять не надо бегать. Хотя вот на одном вот этом можно целый день работать. Только в конце дня применить вот этот вот, или через полдня. Ну, смотря сколько крепежа, сколько там винтов, саморезов, болтов, гаек. При вот этом аккумуляторе все реже и реже вот этот вот применяется инструмент. Ну, как реже, он тоже часто применяется, потому что нарываешься на крупный крепеж, вот этот не справляется, этот справляется. Это я в прошлом видео показывал, загляните, кому интересно. Это в режиме сверления. В режиме закручивания. Вот так вот трещотка срабатывает. Ну, такая понтовая тема. Про аналоги я уже вот говорил вам. То есть обратите внимание. Кому понравилось, ставьте лайк или дизлайк. Пишите комментарии. Всем пока.